Санкции против России необходимо продолжить, а возможно даже усилить. Об этом президент Петр Порошенко говорил со спикером литовского парламента Виктором Пранцкетис сейчас с визитом в Киеве. Президент также поблагодарил Литву за поддержку в вопросе введения безвиза и обсудил, как на практике можно внедрить инициативу литовского парламента, так называемый план Маршалла для Украины. Документ предусматривает финансово-инвестиционную поддержку Украины и помощь в проведении реформ. С литовским спикером пообщался и премьер Владимир Гройсман. Говорили главным образом об экономике. По словам главы украинского правительства, товарооборот между странами можно довести до 1 миллиарда долларов. Сейчас он составляет 750 миллионов. Премьер считает эту задачу амбициозной, но выполнимой.